такое утро сегодня. Сегодня какое число? Вот такая девочка Настя, моя подруга. Мы с ней отдыхаем на море. Скажи, Настя, привет! Привет! Передавай маме привет. Передаю маме привет. Да. Как тебе, Настя, отдыхается? Хорошо. Отлично. Мама посмотрит по твоей приеме. Слушайте, вот такое явление непонятное. Может, будет шторм. Может, пойдем дальше, пройдем. Может, будет шторм. Не знаю, или ураган. Сегодня вода в море ушла где-то на метр, да? Ушла на метр. Все черное. Ну вот на среду обещают грозы. Очень сильно. Я думала, что вообще снесет весь палаточный лагерь. Посмотрим, что будет происходить в течение дня. Мы с Настей идем по берегу моря. Они сегодня, сейчас съезжают отсюда, они поедут в отель, потому что Настя уже пережила шторм один, да? Даже, да, громче говори, чтобы камера... 3-4 шторма. 3-4 шторма уже. Попадали в смерть и видели смерть. Страшно было, Настя? Ну, первый раз очень, а вот второй, третий, четвертый уже не очень. Лучше поехать. Они будут в отеле жить. Они снимут номер в отеле и будут жить в отеле. А сейчас мы идем сюда. Вот на этом месте была вода. Была вода. Вот Настя, иди туда. Мы покажем, где была вода. Вот Настя идет. Здесь была вода. Здесь плавала рыба. Буквально вчера. Вот прямо вот до тех вот бортиков, до тех вот, где раньше здесь вот был. Здесь раньше была давно-давно. Да, проходила железная дорога. Это очень давно. Не знаю, до войны, наверное, еще. Вот эти вот все вот обломки, это нам сказали, что здесь проходила железная дорога, и она шла по морю, куда-то там, в сторону Украины. Вот. Здесь вот везде была вода. И тут плавала рыбка. Буквально вчера все рыбачили. Вот бакланы ходят, ищут остатки еды. Вот мы стоим на этом месте. Вообще, вода должна сегодня прийти сюда, вот на это место. Я потом сниму видео, покажу, что здесь будет опять вода. И вот из-за этого может пойти большая, крупная волна. Может, да? Скорее всего, что сейчас вот творится. Потому что из отсюда ушла вода в Черное море. Из Черного потом опять перельется сюда, большая волна. Да. И вот все там, что творится, вот там, вот чернота, вон, видите, все, это что-то какая-то будет стихия, однозначно, я вот думаю, будет. Потому что на среду даже прогноз передали, очень сильные ветры. Вот, смотрите, даже все птички. Да, даже птицы, сегодня птицы так не летают, как вчера летали. Они наоборот так летают. Да, ну что-то будет, ожидается. Посмотрим. Да, вот волны. И вот эти вот все камни, все были в воде. Мы очень надеемся, что все обойдется, что не будет никаких таких сильных стихий. Просто это природное явление, оно здесь бывает. И мы думаем, что все будет хорошо, да? Но лучше себя обезопасить, поэтому Настя с мамой, с папой, они немножко переедут дальше, переедут в отель. И все равно будут 5 дней еще на море, да? Мы пока остаемся здесь, будем наблюдать, как дальше будет происходить действие, как будет вести себя природа. Посмотрим, что будет связано с затянутостью неба, черное небо, и уже начинают глаза, может даже дождь будет. Да, но сегодня по прогнозам.